Это настоящая, пожизненная муза Славы Бочарова. И насколько он был честен, ответственным по отношению к искусству, настолько она была всю свою жизнь ответственна и честна по отношению мы к даже гению, любим. Гению, за которого она отвечала перед нами, перед всеми, вот перед этим городом, перед искусством. И на самом деле, если посмотреть внимательно на женские портреты, которые здесь есть, которые не ее портреты, в каждом портрете... Я даже более того скажу, ребят. Вот там на третьем этаже висит портрет мальчика Лёши Токарева. Вы подойдите, посмотрите, там Татьяна Петровна. Лёша Токарев — это его племянник. Ну, он настолько ваш образ там, понимаете? То есть все правильно. Спасибо огромное, что вы сохранили все это, что вы славу сохранили работу. Ваша вся семья сама за то, что за это мужество. Потому что жить с художником, с гением, ну, это плохо. Знаете, это такая сборная жизнь. И когда говорят, вот там муза, то я себя проваливаю. Вечный бой, рада вечера. И мы же выдержали, мы же победили. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас 10-15 минут кофе, шампанское, брейк, и потом поднимаемся на третий этаж. Артем еще немножечко расскажет о выставке. А может быть, общее фото нам всем сделать, да? Да? Давайте. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо. Я тороплю события. Да, да.